На пляже юбилейном еще все заведения закрыты. Полдесятого утра. Народ на пляже уже купается. В основном это люди старшего поколения, бабушки, дедушки. Ну и детишки встречаются здесь тоже, школьники. Море шумит, волны. Рабочий день, вторник.
36 минут 10. Там у людей разминка проходит. Наверное, секция какая-то. Здесь стоят небольшие яхточки.
Это дом Арсеньева. Деревянные дома здесь стоят. Улица Арсеньева, 5Б. Деревянные домики и вот такие вот небоскребы рядом. Памятник рабочим и служащим завода «Металлист», отдавшим жизнь в боях за родину в 41-45 годах. О, тут такой домик с резными элементами на окнах. Домик находится на улице Арсеньева, 4. Такой вот балкончик и резные элементы. И громадина такая вот стоит здесь. Деревянный домик стоит.
Арсеньева, 8. Адрес. Ласточки носятся. Здесь тишина. Что это там за знак на фасаде здания? Поближе рассмотреть. Один интересный домик с резными элементами на окнах. Сарайчики. Thank you.
Яхт-клуб 7 футов. Видимо, сейчас у ребят начнутся тренировки. Здесь уже яхточки посерьезней и подороже. Парень вытанцовывает. Снято.